Фонд Гейдара Алиева реализует различные проекты, направленные на будущее наших детей. В последние годы по инициативе фонда во многих детских садах страны проведены капитальные ремонты и реконструкции. Построены новые сады, принят ряд мер по развитию дошкольного образования. Детский сад «Ясли» номер 340 в жилом массиве Албалых поселка Бузовна Хазарского района построен в текущем году по инициативе и при поддержке фонда Гейдара Алиева. Президент фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева приняла участие в открытии дошкольного образовательного учреждения. Вся работа здесь реализована в рамках программы фонда по развитию дошкольных учебных заведений. Двухэтажный детский сад «Ясли» обустроен в соответствии со вкусом малышей. Здесь созданы все условия для обеспечения комфорта, отдыха детей, приобщения их к начальным знаниям, выявления их умений и талантов. В распоряжении детей также бассейн, музыкальные и спортивные залы. Мехрибан Алиева проинформировал, что в детском саду в 10 группах заботы будут окружены 200 детей. В детском дошкольном учреждении созданы необходимые условия, чтобы дети росли здоровыми, обладающими знаниями, патриотично настроенными. Во дворе детского сада посажены деревья, проведено озеленение, установлены развлекательные сооружения.